Как всегда, начну с самых интересных новостей науки в мире. Американские исследователи предсказывают эволюцию в животном мире. В одной из пещер Амазонии ученые обнаружили рыбу, ползающую по стене. Необычный скалолаз принадлежит к отряду сомообразных рыб – ларикариды. Этот вид имеет во рту своеобразную присоску, которая позволяет им при сильном течении удерживаться на твердых предметах – камнях или деревьях. А российские ученые создают экзоскелет, управляемый силой мысли. Его разработкой занимаются в Институте механики при Московском государственном университете имени Ломоносова. Экзоатлет способен увеличить физические возможности человека в несколько раз. Облачившись в него, любой сможет перемещать и бросать тяжелые предметы, а также совершать невероятные прыжки. Принципиальное отличие российского экзоскелета от зарубежных аналогов в том, что приводами экзоскелета управляют сигналы нервных волокон. То есть фактически речь идет о создании нейроинтерфейса. И в заключение, в Татарстане. Студент КНИТУ КАИ занял первое место на чемпионате рабочих профессий Финляндии в городе Турку. Он традиционно является открытым, и участие в нем принимают сотни представителей рабочих профессий со всего мира. Студент КНИТУ КАИ Антон Лоскутов, выступающий в компетенции токарной работы на станках с ЧПУ, лучше всех выполнил конкурсное задание, завоевал первое место, обойдя хозяев чемпионата. Поздравляем парня с золотыми руками. А на этом все.